Почти всему в этой жизни нас учат родители. Именно их пример, семейных отношений, восприятия мира и, конечно, управление деньгами становится основой для формирования нового человека. Однако не для всех этот пример положительный. До наступления совершеннолетия юноши и девушки не задумываются, сколько стоит тот или иной продукт или что за квартиру нужно тоже платить. Первая зарплата обычно кончается задолго до получения следующей. А искусство тратить с умом достигается опытом проб и ошибок. Преподаватели кафедры экономики Ангарского технического университета разработали программу «Основ финансовой грамотности» для школьников и студентов средних учебных заведений. На уроках мы с ними разбираем основы кредитования, основы ведения личного бюджета, основы финансовой грамотности в части денежного обращения, основы рынка ценных бумаг. Это очень необходимо им для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ по обществознанию. В любом курсе обществознания закладывается основа экономики. На занятиях школьникам рассказывают, чем кредит отличается от микрозайма, как зарабатывать с помощью ценных бумаг и многое другое. Эти знания не будут лишними и людям старшего возраста. Сотни ангарчан сегодня имеют задолженности по кредитам и не знают, как избавиться от долгов. Зачастую люди попадают в долги за то, что не рассчитывают свои финансовые возможности. Взяв один кредит в банке, они не могут его выплатить, осуществить ежемесячный платеж. Они идут перекредитовываться в стороннем банке, чтобы погасить первый взятый кредит. И так в итоге получается финансовая пирамида. Ежедневно в офис коллекторского бюро обращаются люди, у которых имеется просроченная задолженность. С каждым из них специалисты работают индивидуально, разрабатывают удобный график платежей. Ведь любой долг должен быть погашен.